Скейт-парк в нашем городе уже давно стал любимым местом активного отдыха для славянской молодежи. Здесь часами с удовольствием занимаются как начинающие, так и опытные роллеры и скейтеры. Нагрузки на рампы для выполнения трюков очень высокие, поэтому объект нуждается в постоянном ремонте. Славянский скейт-парк относится к деревянным, то есть к тем, в которых и несущие конструкции, похожие на строительные леса из дерева, и покрытия из фанеры. В этом есть определенные плюсы. В первую очередь это приемлемая стоимость, а из минусов сравнительно невысокая износоустойчивость, необходимо подновление фигур. Ввиду интенсивной, очень интенсивной эксплуатации и время нахождения под открытым небом периодически скейт-парк или фигуры скейт-парка приходят в негодность. Поэтому каждый год администрация Славянского района выделяет определенную сумму денег. Мы уже ремонтируем в течение месяца, но ввиду того, что нам погода не позволяла, у нас то дожди, то еще что-нибудь, и в этом месяце где-то еще недельки две, и уже будут закончены вот эти две фигуры. И дети могут спокойно, безопасно заниматься своим любимым видом спорта. Весна уже полностью вступила в свои права. На улице установилась хорошая погода. Окончание ремонта множество славянских поклонников экстремальных видов спорта ожидает с нетерпением. Скоро скейт-парк должен заработать. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».